большой, огромный труд всего съемочного коллектива кинокартины Чуковской движется к своему завершению. Еще далеко до конца, потому что у нас еще намечаются большие объекты даже за пределами нашей Родины. Вот. А все то, что снято, боюсь, правда, как-то предрешать результаты, но в чем-то они не дурны, в чем-то они спорны. Но одно бесспорно то, что весь коллектив, он большой, довольно успешно боролся с далеко не совершенным сценарием. На мою долю выпала, не только долю, но и честь, выпало воплощать в этом фильме роль нашего великого соотечественника Петра Ильича Чайковского. Труд, по-моему, безмерен. Уже и потому, что нужно было проследить от 24-летнего возраста композитора до его кончины. 53 года. И здесь наши верные друзья, друзья актеров, гримеры, художники-гримеры, художники по костюму, художники картин, сделали свое доброе, прекрасное дело. То, что выслушивается в его музыке. И вот эта трудная задача досталась мне. Не знаю, справился ли я с ней, это будете судить вы, но это была трудная и удивительно счастливая работа. Уже и потому, что многое, я как не музыкант, просто актер, многое мне впервые приходилось изведать. Я, с моей стороны, конечно, ужасная дерзость, дирижировал, руководил, что ли, большим симфоническим ленинградским оркестром. Это, в общем, могу сказать только о музыке, что я люблю ее и чувствую, но и совсем-совсем немного, так сказать, играя, но дирижировать большим оркестром, это было так трудно, что, знаете, до болезни. И, не знаю, получился этот кусок, это я еще не видел на экране. И таких кусков удивительно много, ну, удивительное множество. Но дело-то и не в этом. Дело в том, что как все выстроится в фильме, как будет подан не только образ Петра Ильича, но и как будет подана музыка, сопровождающая этот образ. И здесь сложность еще и в том, что почти нет человека на Руси, в Советском Союзе, да и во всем мире, который бы не знал и не любил музыку нашего Петра Ильича Чайковского. И как удивительно сложно и трудно, чтобы эта музыка, которая звучит у всех у нас, не разошлась с тем, что мы увидим на экране. Трудность предельная. И в этом было и счастье, и удивительная трудность этого образа. Вот, пожалуй, все то, что я могу сказать.